В минувшую субботу на улицах города Видное было многолюдно, а в воздухе витало настроение праздника. И неспроста состоялся первый общерайонный субботник. Казалось, что представители организации по благоустройству и обычные горожане составляли единое целое из тех, кому не безразлично состояние родных скверов, парков и дворов. Все площадки, которые есть, они заполнены людьми, все работает, погода нам позволяет максимально использовать наши силы и средства. И что вот бросается в глаза, мы, конечно, этого ожидали, но сейчас это уже очевидно, что на этот старт откликнулись все организации общественные, предприятия, простые граждане, а не только здесь работают люди, которые занимаются благоустройством в городе. Вот это, наверное, очень ценно. Большинство вышли целыми семьями и, конечно, взяли с собой детей. Ведь так важно прививать любовь к родному краю и приучать к чистоте с малых лет. Всех желающих обеспечили мешками для мусора, перчатками, граблями и лопатами. Ну а те, кому не хватило инструментов, не отчаивались и мастерили рабочий инвентарь из подручных материалов. Помогать-то надо все равно, чтобы город чище был. Поэтому приходится и палочками работать. Я всегда детям прививаю, чтобы не мусорили, потому что это труд. Дворники тоже убирают, это труд. Стараемся соблюдать чистоту. Мы убираем листьям. Листья, а зачем убираете? Они было грязно. Чтобы было чисто, да? Да. Чистый город, залог здоровья граждан, залог счастья, улыбок на лицах. Глава городского поселения Видное также взял в руки лопату и принялся за уборку улиц. Своим примером Моисей Шамаилов призвал всех принять участие в этом важном мероприятии и вернуть городу звание самого благоустроенного. Уважаемые жители, город всегда был чистый, красивый, благоустроенный и славился по всей России именно вот этими качествами. Приглашаю всех, принимайте участие, выходите. Мы будем рады любой помощи. Месячник благоустройства продлится до 15 мая. Но главное, чтобы желание поддерживать город чистым осталось у каждого и дальше. Только от нас самих зависит, в каком городе будем жить мы и наши дети. Алексей Мельников, Владимир Андрианов, Ольга Садовская, Видное ТВ.